Всем привет! Сегодня видос будет в новом формате, в формате 2022 года. Говорящие головы, формат говорящей головы. Вот, на моей голове шторка, звук такой себе, освещение, надеюсь, нормальное, но это никак не помешает мне рассказать вам про некоторые особенности Black Desert Online, в частности, за класс персонажа Страж. А именно про возможности разворота скиллов, которые невозможно развернуть обычными способами. Например, click to move или по направлению камеры. Возможно, вы замечали такие скиллы, которые разворачиваются по повороту камеры. Это из пробужденной стойки пламя очищения Shift F, неистовство из первой стойки, вынес ЛКМ опять же из первой стойки и еще многие другие. Но также наравне с этими скиллами есть скиллы, которые невозможно развернуть по повороту камеры или click to move. Такие скиллы входят как захват пробужденного стража, Shift F из первой стойки, Рабама третья, эхо могучих гор и так далее. Так вот, в этом видосе для начинающих, которые, возможно, уже замечали этот момент, но не обращали на него внимания, есть способ разворота данных скиллов. Покажу вам, как это делается. Для этого всего лишь нужно зажимать назад по направлению камеры. Итак, как это выглядит? Если не применять данную технику, то пришествие черной крови будет выглядеть следующим образом. Чтобы разворачивать пробужденный захват, придется добавлять движение вперед по отношению к противнику. Как выглядит захват без применения данной техники? Я надеюсь, вы все поняли. Теперь, благодаря этому, вы сможете применять данные знания не только для стража, но и для всех остальных персонажей Black Desert Online. Надеюсь, видос был вам полезен. Ну, как говорится, да, ставьте лайки, подписка, колокольчик, все такое. Всем пока!